Друзья, приветствую вас на моем канале. Сегодня я хочу показать вам мои зимние пейзажи. Хоть я сама и не очень люблю зиму, но рисовать ее очень интересно. Зима бывает разная, и нежная, и по-своему яркая. А ведь кругом просто белый снег. И вот они, мои зимние сюжеты. Вот этот, наверное, самый любимый со снегирями. Домики в горах. Невероятно чистый белый снег. Просто завораживает. А вот зимнее утро. Желтый свет солнца заливает голый лес. А это розовое настроение, такое нежное, пудровое, просто чудесное, на мой взгляд, палитра. И снова утренний рассвет, желтое, как яичница, небушка. И, конечно, чудесный деревенский домик, куда без него. И снова яркая, более насыщенная палитра розового заката. Да, видимо, такое зимой тоже бывает. И снова рассвет. Настроение полное, умиротворение и покоя. А тут мне захотелось нарисовать лунную ночь. Достаточно ограниченная палитра, всего два синих, белый и черный. А это тоже мне очень-очень нравится. Яркая зима, по-моему, она есть на канале. Расскажите о ваших впечатлениях, кто рисовал этот пейзаж, как вам понравилась эта картина. И еще один яркий пейзаж, один из последних. Видео есть на канале, надеюсь, многие нарисовали. Буду очень рада увидеть ваши работы, присылайте мне их в соцсетях. Всегда открыта к общению. И вот такие вот березки. Если вы зашли в гости и еще не подписаны, конечно, подписывайтесь и рисуйте вместе со мной. И напоследок подборочка зимних открыток, которые также есть на моем канале. Пишите в комментариях, что бы вы хотели нарисовать. Ставьте лайки. Всех обнимаю и до новых встреч. Пока-пока!